Книга Екклесиаста, глава 3. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженные, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все сделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, и Бог воззовет прошедшее. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна, как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества пред скотом, потому что все — суета, все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз в землю? И так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его, ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?